Так, начинаем новый день. Оп. Так, значит, сегодня попробую снять свой рабочий день. Сейчас у нас примерно 7:30, но это рано. Это потому, что мне нужно заехать за машиной с инструментом, взять у начальника инструмент с машины и поехать на объект, свою машину оставить и там работать сегодня, зарабатывать деньги. Так, забрал я вот такого вот красавца. Вот в таком вот прекрасном лесу. Ехать мне 40 минут. Вот люди спортом занимаются. Поверните направо, затем поверните налево. Навигатор мне тут подсказывает, что нужно повернуть. Этот знак мне подсказывает, что нужно уступить. Всем едет первый тот, кто первый подъехал к перекрестку. Вы знаете эти американские правила. Поверните налево. Налево? Значит, налево будем поворачивать. Так, так, никого нет. Сюда вроде можно. Все, погнали. Что там жужжит, блин? Нормально, ладно, телефон. Вот еду уже минут 10-15 и все вот так вот. Это вот как пригород получается. Все вот так. Вот как видите, все вот так везде в пригороде. Ну так. Да. Но светофор первый по счету. Вернее, стоим первый раз. И осталось попасть сюда. Здесь вот должен быть ключ, но его точно нету, потому что я вчера здесь был, я собирал эти кабинеты. Поэтому окна закрыты. Здесь точно закрыты. Но там одно я оставил открыто. И поэтому сейчас я полезу в это окно, чтобы открыть изнутри.
Да, я это сделал. Теперь самое интересное у нас будет. Очень интересно. Нам придется через вот это окно просовывать все инструменты, блин. А они нифига не легкие. Потому что здесь этот замок можно открыть, а верхний без ключа я не открою. Ладно, вот эти кабинеты, их 19 штук, ящики. Я вчера их собрал, вот ровно за 3 часа, $15. 3 часа, 19 штук, $15. Сегодня их нужно повесить за день, 19 штук, по $30. Эти серые идут в ванну на второй этаж, эти все здесь. Так, ладно, начинаем разгружать инструмент. А здесь я предлагаю сделать вот так вот. Вот готовенько кухня. Время у нас 4, начал я в 8, ну почти 4 время. Ну все, вот так вот она выглядит, кухня. Это моя вторая кухня по счету. То есть первую кухню я собирал до 5 часов, а эту кухню до 4. Прогресс получается налицо. Третья кухня будет до 3. Сюда потом ребята приедут, гранит померят завтра и установят гранит. И все. И уже будет такая нормальная кухня. Ну, мне осталось собрать инструмент. Собрать, посчитать. Получается, что мне нужно купить. Мне нужно повторить этот набор инструмента. То есть нужно записать, что, к чему. Пила, вторая пила, вентилятор на улице 35 где-то. Вентилятор спасает. На второй этаж вообще лучше не подниматься, там прям баня, там только с веником. Так, ну а сейчас я собираю этот инструмент, переписываю его. И трачу деньги. Я думаю, он мне обойдется 1000-2. Да. Ну, получается, окупается где-то за 4 дня. Кстати, вот сколько здесь количество ящиков. Наверху в ванной получается 4 ящика. И здесь вот. И каждый ящик $30. Установка. Вчера вот я их собирал по $15, и я потратил 3 часа времени. То есть с дорогой у меня вышло где-то 4 часа, да, 4,5. И сейчас получается установка $30 за штуку. Вот и можно посчитать, получается, сколько я зарабатываю. Работа есть, работа будет, нужно брать инструмент, нужно брать вот такой вот, кстати, вен. Можно взять за 2000. Это Dodge Caravan, да? Можно взять подороже, 1000-7, посвежее. Будет уже совсем хороший автомобиль. Но на него нужно заработать. Вот. Пока я буду ездить на своей машине, буду как-то впихивать этот инструмент. Да, и сейчас, получается, гружусь, еду до начальника, ставлю машину, беру свою машину. Это займет, наверное, у меня часа 2-2,5. А так, если своя машина, свой инструмент, собрал, поехал, полчаса до дома, все, отдыхаешь с женой. То есть, грубо говоря, ты в 5 дома, в 7 выехал. Ну, я сегодня рано выехал, так вот, 7, 7:30 мы обычно. 7:30 выехал, 5:30 дома. Но некоторые ребята даже умудряются ставить по 2 кухни. Есть такие.
Вот две кухни — это уже нормально. Это уже можно жить. Ладно, все, погнал. Так, все, собрались. Опа. Поехали. Время 5:10. Ремень при себе, блин. Чё ты, как будто буксуешь, блин. Все. Опа. Ну все. 45 минут. Я в... Поверните налево. Так, ну все. Я в своей машине. Время 15 минут 7. 15 минут, и я дома. Вот еду по таким улочкам. Тут, собственно говоря, так везде. Ладно, все, убираю телефон, а то здесь так не принято. Все, всем спасибо, всем до скорых встреч.